Всем привет! Меня зовут Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать систему JCASA, урок номер 39. В этом уроке я хочу вам показать интересный плагин для JCASA, который позволяет делать вот что. При наведении на изображение продукта мы видим линзу. Это достаточно симпатично. При этом мы сможем крутить колесо мыши и внутри линзы произвести увеличение картинки. Таким образом мы сможем разглядеть даже самые мелкие детали. И даже если кликнем на изображение, у нас есть интересный вид просмотра галереи товара. Вот в таком виде. Давайте установим данный плагин к себе в магазин. Но только есть нюанс. Смотрите, если вы уже используете плагин вот этот, это тоже у нас плагин работы с изображением, мы с вами уже его смотрели, его нужно отключить, а иначе вот этот плагин линза не будет работать. Переходим в админку нашего сайта, переходим в компоненты JCASA, инструменты расширения, кликаем вот здесь вот по буковке P, чтобы отсортировать только по плагинам, находим данный плагин здесь, нажимаем установить. Находим его здесь внизу, кликаем по иконке вилки, чтобы перейти в настройки плагина. Сразу его включаем. Тип масштабирования. Здесь есть три варианта. На мой взгляд, самое интересное — это линза, но мы посмотрим все три. Оставим пока по умолчанию. Позиция окна просмотра. Здесь в подсказке показано, там где цифры, там будет отображаться такая некая подложка, где в увеличенном виде при наведении на товар, на картинку товара, у нас будет отображаться изображение. Здесь стоит 1, и можно выбрать от 1 до 16. Здесь, в принципе, на картинке понятно, где 16, где 1 и так далее. Смягчение. Здесь подсказка, в принципе, все написано. Ставьте «да» или «нет». Увеличение колесиком поставим «да». Ширина окна, высота окна, то есть это окно просмотра, да. Все-таки, наверное, я поставил бы побольше, 300 на 300. И включить дополнительную опцию увеличение фрагмента изображения колесиком мыши. Да, ну стоит у нас да, ставим да. Нажмем сохранить, пойдем на сайт. Сейчас у нас это выглядит пока стандартным способом, да, ничего нет. Мы с вами обновляем страницу, смотрим сейчас, то есть я навожу мышь на изображение, да, и вот там, где я вожу, у меня справа фрагмент 300 на 300 пикселей, где у меня увеличено изображение, причем я могу крутить колесо мыши и таким образом увеличивать детали. Здесь это не очень хорошо видно, можно перейти на другое изображение. Вот здесь уже поинтереснее. Видите, можно разглядеть детали любого продукта. Также можно кликнуть на изображение, да, и переключать вот в таком виде слайд. Давайте посмотрим. Некоторые настройки у нас прячутся, они нам не нужны. Нажимаем «Сохранить», идем на сайт, обновляем страницу. И, на мой взгляд, самый неинтересный этот вариант. Может быть, кому-то он больше понравится. То есть просто прямо в картинке у нас идет увеличение. Также работает зум, да? То есть вот так вот увеличение. Lightbox. И самый классный вариант, конечно же, это линза, на мой взгляд. Сохранимся, обновимся. И вот в таком вот виде, да, я считаю, это самая прикольная тема. Вот такой вот интересный плагин. На этом данное видео я заканчиваю. Надеюсь, для вас оно было интересно и полезно. До нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью.
лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.